я оцениваю абсолютно исключительно эту роль, потому что в Российской Федерации сотни миллионов тонн лесных продуктов, это орехи, ягоды, грибы, на сегодняшний день собираются, и это играет огромную роль не только в продовольственной безопасности, но и в суперкачественных продуктах, на рынке суперкачественных продуктов, очень полезных, но в том числе это играет огромную роль в занятости населения. Потому что у нас в стране очень много поселков, лесных поселков, где население в большей своей степени, их годовой доход именно привязан к сбору лесных продуктов. Еще очень большое значение – это охотничья отрасль. Это и малочисленные коренные народы, и у нас в стране существуют и исключительные правила защиты интересов коренных народов. Но и в тех местах, мы у себя в стране их называем зоной рискованного земледелия, там, где высокая себестоимость выращивания сельхозпродукции, вот в этих как раз регионах имеет тенденцию очень ускоренное, эффективное развитие охотничьих хозяйств с так называемым искусственным разведением диких животных, что тоже дает серьезный импульс системе продовольственной безопасности. Это вольерное разведение диких животных. И у нас последние новации в законодательстве, в охотничьем законодательстве и в законах о животном мире, которые на сегодняшний день расширят сферу искусственного разведения диких животных и дадут хороший импульс.